Всем привет! Сегодня новый день и новый влог. И сейчас 6 часов вечера, практически 6, пол шестого. Я еду в студию G-Bar для того, чтобы сделать маникюр и педикюр. Я всегда себе делаю и маникюр, и педикюр сама. И мне, в принципе, нравится, как я делаю. И очень многие мастера не могут сделать так, как я сделаю себе сама. Но я так устала, честно говоря. У меня нет никаких сил самой сидеть, ковыряться, тратить на это время. Я хочу немножко отдохнуть, поэтому сегодня у меня такой женский вечер. Женя у меня работал весь день, сейчас лег спать. Я в гордом одиночестве, поэтому решила сделать себе приятное. Так что приглашаю вас с собой, поснимаю, что там в моей луке. На двух ногтиках, безымянном и среднем, я сделала дизайн, который называется битое стекло. Вот так вот он выглядит. Очень прикольный. Вот, довольна я маникюром. Мне нравится именно качество, насколько он хорошо выполнен, как вы можете видеть, вообще. Просто идеальное покрытие, идеальная форма, все идеально вырезано. Я, в принципе, делала европейский маникюр, кутикулу я не убирала, она у меня практически не зарастает, ее просто чуть-чуть убрали палочкой, специальным средством, боковушки только девочка мне обрезала. Кстати, девушка, которая делала мне маникюр-педикюр, зовут Маша, мне очень понравилось, вот действительно классно сделала, супер, буду ходить к ней еще обязательно. Ну и мой педикюрчик, такой нежно-лавандовый цвет лака, и безымянный пальчик я покрыла такими блестками. Тоже мне очень-очень нравится. Я довольна. Кстати, у меня есть кофточка, которая идеально подходит под эти тапочки. Жаль, что тапочки не уличные. О, кстати, по поводу одежды. Белль, всем скажи привет. Так, всем большой привет. На мне халатик от Victoria's Secret, который приехал ко мне буквально совсем-совсем недавно. Я очень-очень довольна. Мне очень идет этот цвет. И вообще, я считаю, если у девушки есть халатик от Victoria's Secret, жизнь ее прожита не зря. Всем привет, уже наступил следующий день. Я сейчас еду на встречу с Лерой и Наташей. Девчонки вернулись из Греции, очень сильно за ними соскучилась. В общем, едем увидеться, едем вместе пообедать, поболтать, пообсуждать, как там Греция, в общем, их впечатления. Может, они там по шубе себе привезли, кто его знает. У нас 2 дня просто ужасная погода, постоянно идет дождь. Сейчас 15 градусов, я в плаще. Ну, ничего, у природы нет плохой погоды, как говорится. Все равно настроение очень хорошее. Каменская, как всегда, самая стильная. Особенно мне нравится вот этот чувак справа от нее, который кушает яблочко. Приятного тебе аппетита, чувак. Валерка меняет доллары. Богатенький Буратино. Всем привет! Всем привет! Сегодня будет влог. Влог. А у меня невероятная радость. Радость. Ты будешь повторять окончание всех слов, которые я говорю? Да, говорю. Мы люди, которые всегда шопятся в интернете, и только что мы едем, Женя, и Женя мне говорит, вернее, я Жене говорю, я так хочу погулять по магазинам, вот ты никогда не будешь меня по магазинам, никогда. И тут Женя такой раз и сворачивает в Ocean Plaza. Hey, let's walk this way, this part.
Кись, как тебе эти мам джинс? Кись. Прошлое должно быть в прошлом. Все, после одного магазина я устала шопиться и хочу домой. Я устал еще в начале того магазина. У меня не очень хороший шопоголик, если честно. А с меня хорошая вешалка для шопоголика. Да, совершенно не хорошая вешалка, он все вешает себе на пальчик. Или на тапочку в брюках. Или на тапочку, какую тапочку? Антапочка, вот эта вот штучка называется. Антапочка, антапочка. Это петелька. Петелька. Да, значит, мы будем учить слова. Вы знали слово антапочка? Есть еще слово балясина. Балясина это что? Это когда пролет, лестница, и вот перила держится на таких вертикальных палках. Так, все, вот пока. Эта вертикальная пока. Палка балясина. Зайка, это будет за правильное питание? За здоровую еду? За здоровый образ жизни, чтобы гуси не росли лучше. Гуси не да, складки по бокам. Бока мои. Гусени. И мы будем питаться только правильно, да? Только правильно. Ты обещаешь? Обещаю. Вот сейчас на камеру. Да. Всему миру. Всему миру. Хорошо. Доброго дня. Дабл чиз меню, спрайт без льоду, картопля по-селянски, кисло-солодкий соус.